Здравствуйте. Тема сегодняшней лекции – защита нефтепромыслового оборудования от коррозии. Дисциплина – основы нефтегазового дела. Специальности – нефтегазовое дело. На сегодняшней лекции мы рассмотрим три вопроса. Это коррозия оборудования скважин, классификация видов коррозии и следующий вопрос – ингибиторы коррозии, защита оборудования от коррозии. Коррозия от латинского слова «corrosio» – разъедание, самопроизвольное разрушение металлов в результате химического или физико-химического взаимодействия с окружающей средой. Причиной коррозии служит термодинамическая неустойчивость конструкционных материалов к воздействию веществ, находящихся в контактирующей с ними среде. Например, кислородная коррозия, то есть коррозия с кислородной деполяризацией железа в воде. Железо реагирует с водой, в среде кислорода образуется гидроксид трехвалентного железа. И гидратированный гидроксид железа ферромуаш-трижды и является тем, что мы называем ржавчиной. В повседневной жизни для сплавов железа стали чаще использовать термин ржавление. Коррозия технологического оборудования является одной из важнейших проблем, с которой приходится сталкиваться при его эксплуатации. Коррозия зависит от многих факторов. От концентрации сероводорода, углекислого газа, степени насыщения раствора, температуры, наличия абразивных примесей и так далее. Основными агрессивными средами являются кислые газы. Взаимодействие сероводорода со сталью приводит к образованию нерастворимого в воде сернистого железа. Диоксид углерода в присутствии воды вступает в реакцию с железом с образованием бикарбоната железа, который при нагревании раствора переходит в нерастворимый карбонат железа, и последний осаждается на стенках аппаратов и трубопроводов. Коррозия ускоряется в зоне парокапельной эрозии на сварных швах. Коррозия оборудования также способствует накоплению в растворе твердых частиц, которые разрушают защитные пленки, вызывают эрозию металла. Такими твердыми частицами являются сульфид железа, оксид железа, пыль, песок, прокатная окалина, которые попадают в колонны вместе с потоком нефтепродуктов. Оборудование нефтегазоперерабатывающих установок, помимо общей коррозии, подвергается и другому виду разрушения коррозионного растрескивания нефтепромыслового и нефтеперерабатывающего оборудования. Здесь показана вот коррозия бурильных труб. Видно, что вот они подвергаются не сплошной коррозии, в ряде случаев сплошная, в ряде случаев вот, местной коррозии. Наглядно здесь показано, это бурильные трубы. Внешняя коррозия различает внешнюю коррозию. Внешняя коррозия, в свою очередь, делится на почвенную и атмосферную. Почвенная коррозия подвергается днище резервуара, находящейся в контакте с грунтом, а корпус и крыша резервуара – атмосферной коррозии, которая не бывает интенсивной, ее предотвращает нанесением на наружную поверхность различных красок. Эти покрытия должны быть прочны и водонепроницаемы, с тем, чтобы вода не проникала под слой краски и не вызывала электрохимического процесса разрушения. Коррозия днищ резервуаров зависит от химического состава грунтов
их влажности. Днище резервуаров защищает от коррозионного разрушения двумя методами. Это нанесением на внешнюю сторону днища битумной изоляции и созданием изолирующего слоя, а против агрессивного воздействия грунтовых вод применяют катодную и протекторную защиту, о которых будет сказано ниже. Атмосферная коррозия – это процесс разрушения устройств, оборудования и аппаратов, которые эксплуатируются в нижних слоях атмосферы. Атмосферная коррозия наносит большой ущерб производству и сооружениям. По мере увлажнения покрытия атмосферную коррозию квалифицируют на мокрую, влажную и сухую. Процесс на сухой поверхности соответствует механизму химической коррозии, а на мокрой и влажной – электрохимической коррозии. Мокрая атмосферная коррозия развивается при воздействии на поверхность осадков, тумана, дождя. 100% влажность воздуха способствует оседанию водных капель. Толщина водного покроя составляет более 1 мм. Мокрая атмосферная коррозия происходит также на изделиях и конструкциях, которые погружаются в водные массы. Влажная атмосферная коррозия формируется при наличии на поверхности слоя влаги менее 1 мм. Это происходит, когда влажность воздуха составляет больше 60%. В этом случае применяется термин критическая влажность. Внутренняя коррозия резервуаров является более интенсивной, особенно в присутствии влажного воздуха и сернистых соединений, содержащихся в нефти. В этих условиях быстро выходит из строя крыша резервуара, которая постоянно контактирует с газовоздушной смесью. Сероводород в присутствии кислорода воздуха образует серную кислоту и сульфиды железа, вызывающие иногда самовозгорание и воспламенение нефтепродуктов. Для устранения контакта газа и кислорода воздуха с металлом крыш и корпусом резервуара внутреннюю поверхность их покрывают различными металлическими и пластмассовыми покрытиями, стойкими к воздействию нефти и легких углеводородов. Пластовая вода, осаждающаяся на дне резервуаров, содержит различные соли, являющиеся хорошими электролитами. Металл днища резервуаров, как правило, неоднородный по составу, и в присутствии электролита отдельные части листов, обладая различными потенциалами, образуют гальванопары, являющийся источником электрохимической коррозии днищ. Интенсивность коррозионного разрушения днищ увеличивается, когда в пластовых водах содержится соль магния, магний-хлор-2, которая при гидролизе образует соляную кислоту, существенно ускоряющую процесс разрушения. Следующий вопрос – это классификация видов коррозии. Коррозионные процессы классифицируют по следующим, видам. Первое – по виду коррозионной среды. Это газовая, атмосферная, почвенная, жидкостная, то есть кислотная, солевая, щелочная. По процессам протекания это химическая коррозия и электрохимическая, а также по характеру разрушения равномерная
и неравномерная, избирательная или местная коррозия. Химическая коррозия – это самопроизвольное разрушение металлов в среде окислительного газа, кислорода, галогена и так далее при повышенных температурах или в жидких неэлектролитах. Различают газовую коррозию и коррозию в жидких неэлектролитах. Газовая коррозия – это пример, когда, скажем, железо реагирует с галогенами, в частности с хлором, образуя хлорид железа. Или же железо реагирует с кислородом, образуя оксид железа, трехвалентный. В жидких неэлектролитах, в нефти, в сере, в органических веществах, ну, скажем, медь, с серой, с образованием сульфита меди, скажем, сульфит серебра, хлорид алюминия. Следующий по процессам, следующий вид коррозии – это электрохимическая коррозия. Электрохимическая коррозия – это самопроизвольный процесс разрушения металлов в среде электролитов. Ну, металл отдает энное количество электролитов, электронов и переходит в ионное состояние. Ну, скажем, медь в среде кислорода реагирует с водой с образованием купрум СО3 и купрум OH2. Железо в среде кислорода реагирует с водой с образованием феррум OH2. Очень важным при изучении коррозионных процессов оборудования является ряд напряжения металлов. Очень здесь главным является стандартный электродный потенциал, который является мерой индивидуального потенциала обратимого электрода в равновесном состоянии или в стандартном состоянии. Здесь важным является то, что об этом будет сказано ниже, что в электрохимическом ряду напряжения металлы, стоящие до водорода, являются активными, более активными, то есть у них отрицательный электродный потенциал, они являются активными, то есть более подвержены к ионизации, а металлы, стоящие после водорода, к ним относятся, скажем, висмут, скажем, медь, серебро, платина, они являются более устойчивыми, то есть они менее подвержены коррозии из-за того, что имеют электродное, положительное значение электродного потенциала. Положение того или иного металла в ряду напряжения характеризует его способность к окислительно-восстановительным взаимодействиям в водных растворах при стандартных условиях. Как мы уже говорили, ионы металлов являются окислителями, а металлы в виде простых веществ – восстановителями. При этом чем дальше расположены металлы в ряду напряжения, тем более сильным окислителем в водной среде является его ионы. И наоборот, чем ближе металл к началу ряда, тем более сильные восстановительные свойства проявляет простое вещество металл. Об этом было сказано. Активные металлы начала ряда, имеющие потенциал значительно более отрицательный, чем 0,41 вольт, вытесняет водород из воды. Например, магний вытесняет водород только из горячей воды. Металлы, расположенные между
магнием и кадмием обычно не вытесняет водород из воды. На поверхности этих металлов образуются оксидные пленки, обладающие защитным действием. Металлы, расположенные между магнием и водородом, вытесняют водород из растворов кислот. При этом на поверхности некоторых металлов также образуются защитные пленки, тормозящие реакции. Так, оксидная пленка на алюминии делает этот металл стойким не только в воде, но и в растворах некоторых кислот. Свинец не растворяется в серной кислоте при ее концентрации ниже, так как образующаяся при взаимодействии свинца с серной кислотой соль нерастворима и создает на поверхности металла защитную пленку. Явление глубокого торможения металла обусловлено наличием на его поверхности защитных оксидных или солевых пленок, называется пассивностью. А состояние металла при этом пассивным состоянием. Металлы способны вытеснять друг друга из растворов солей. Направление реакции определяется при этом их взаимным положением в ряду напряжений. Вот здесь представлен механизм электрохимической коррозии. Вот показана капля, значит, железо растворяется, в данном случае он будет являться анодом, растворяется, образуя ионы феррум 2+, продукты это ржавчина, о чем мы говорили выше, отдает 2 электрона. Здесь на катоде идет присоединение электронов, кислород соединяется с ионами водорода и образуется вода. Вот это вот такая гальваническая пара в влажной среде. Здесь также показано механизм электрохимической коррозии. Это на примере цинка. Цинк на аноде отдает электроны, образуется ион цинка. И на катоде также идет восстановление кислорода с образованием молекул воды. Теперь рассмотрим показатели коррозии. Различают несколько показателей коррозии. Первый – глубинный показатель, который оценивает глубину коррозионного разрушения металла в единицу времени. Здесь глубина проникновения очага и коррозии и время. Этот показатель может быть отрицательным, если масса металла за время испытания после удаления продуктов коррозии уменьшилась. Он может быть и положительным, если масса металла за время испытания увеличилась. Существует также массовый показатель коррозии, который показывает потерю массы на единицу площади поверхности. Газовый показатель показывает объем поглощенного газа или выделившегося газа в процессе коррозии металла при проведении газа, приведенного к нормальным условиям. Объемный показатель показывает объем поглощенного или выделившегося в процессе коррозии металла газа, приведенного к нормальным условиям и отнесенного к единице поверхности металла и к единице времени. Ну, например, сантиметр кубический на сантиметр квадрате час. Механический показатель – это характеризует изменение какого-либо механического свойства металла за время коррозионного процесса, выраженного в процентах. Существует также очаговый показатель коррозии. Это число коррозионных очагов, возникающих на единице поверхности металла, за определенный промежуток времени в данных условиях эксплуатации. Одним из важнейших показателей коррозии является токовый показатель. Этот показатель используется только при оценке электрохимической коррозии. Скорость электрохимической коррозии можно также оценить по величине анодной плотности тока. Ампер на метр квадрат или ампер на сантиметр в квадрате.
При этом плотность тока это равняется сила тока, деленная на площадь металла, который подвергается разрушению. Для оценки эффективности противокоррозионной защиты используется ряд критериев. Например, коэффициент защитного действия показывает, во сколько раз изменилась скорость коррозии с применением данного метода защиты. И существует также степень защиты в процентах, которая показывает, в какой степени удалось подавить коррозию благодаря применению данного метода защиты. Здесь также вот представлено нефтегазопромысловое оборудование, которое вот защищает от коррозии. Важными являются установки для катодной защиты трубопроводов, в частности, от коррозии. Для защиты подземных трубопроводов от коррозии по трассе их залегания сооружаются станции катодной защиты, СКЗ. В состав станции катодной защиты входит источник постоянного тока, анодное заземление, контрольный измерительный пруд, соединительные провода и кабели. Значит, вдоль трассовая линия ЛЭП электропередач. Вот. Оттуда идет электрический ток к понижающему трансформатору, к понижающему трансформатору. И далее через преобразователь или же выпрямитель переменного тока, значит, отрицательный полюс присоединяется к трубопроводу, который мы намерены защитить от коррозии. Положительный к анодному заземлению, то есть который в этом случае идет разрушение металла заземления, а трубопровод у нас не подвергается коррозии. Ну, теоретически для защиты стальных сооружений от коррозии могут быть использованы все металлы, расположенные в электрохимическом ряду напряжения левее от железа, так как они более электроотрицательны. Практически же протекторы изготавливаются только из металлов, удовлетворяющих следующим требованиям. Разность потенциалов материала протектора и железа или стали должна быть как можно больше. И ток, получаемый в электрохимическом растворении единицы массы протектора, или так отдача, должен быть максимальным. Отношение массы протектора, израсходованной на создание защитного тока к общей потере массы протектора, коэффициент использования, должен быть наибольшим. Данным требованием в наибольшей степени удовлетворяет магний, цинк и алюминий, сплавы которых и используются для изготовления протекторов при защите нефтепроводов от коррозии. Ну, здесь показана протекторная защита. Вот. Здесь в данном случае трубопровод показан. И протектор, металл заземления, или же можем назвать его анодом, а трубопровод является катодом. Здесь измерительная колонна, она показывает, значит, насколько идет процесс. Кроме того, при защите от коррозии используется внутреннее антикоррозионное покрытие труб. Используется при строительстве промысловых трубопроводов, технологических обвязок, насосных компрессорных станций, а также других объектов нефтегазовой промышленности для защиты стальной поверхности от коррозионного и резионного воздействия. Преимущество внутреннего антикоррозионного покрытия стальных труб – это увеличение срока службы трубопровода, снижение парафинообразования на стенках трубопроводов и облегчение процесса очистки. Расходы на очистки в ряде случаев уменьшаются на 75%.
Далее увеличение пропускной способности трубопроводов, естественно. Ну, здесь вот показано антикоррозионное покрытие, внутреннее покрытие труб. Наибольшее распространение в отрасли трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов получили покрытие на основе битумных мастик, которые представляют собой многослойную конструкцию, включающую грунтовку, мастику, армирующую и защитную обертку. Грунтовка представляет собой раствор битума в бензине. После ее нанесения бензин испаряется, и на трубе остается тонкая пленка битума, заполнившая все микронеровности поверхности металла. А грунтовка служит для обеспечения более полного контакта, а следовательно лучшей прилипаемости основного изоляционного слоя битумной мастики к трубе. Ну, существуют различные марки битумной мастики. Это БНИ или строительные битумы, БН, наполнители и так далее. Битумная мастика может наноситься в один или в два слоя. Кроме того, применяется лакокрасочное покрытие. Долговечность и надежность лакокрасочных покрытий определяется химической стойкостью и гидроизоляционными качествами. Для очистки металлической поверхности от окалины, ржавчины, масляных и других загрязняющих веществ применяется механическая и химическая очистка. И часто для защиты от коррозии в тех или иных средах оборудования используются ингибиторы коррозии. Ингибиторы коррозии являются специализированными химическими веществами, которые действуют особым методом. Оно представляет возможность приостановить распространение ржавчины, при этом не изменяя реагент. Ну, различают различные ингибиторы. Термокинетический цинк 40, D5, Эпирекс 150, Инерта 160, B0237 и другие. Ну, здесь показано вот протекторная защита морских судов. Выше было сказано, что протекторная защита является наиболее эффективным методом для защиты металлов и оборудования. Спасибо за внимание.